будете играть, вот серьезно. Да не, у меня банально. Ну ладно, похуй. На пару сантиметров почему-то в окне, короче, игра правее. Ладно. Через ПЦ пышет. Подожди, не давай. У них 4 бота защитили, но теперь. Все. Бейте, блядь. Почти не смог дать. Не, там я закрыт был, нормально. Так, давайте, у них 4 бота. Защите. В башке сложнее. А башка вообще так. Тактика против башки, извините. Хорош. Зато хоть вратарь. Мы просто через него не играем. Как можно бы, перед, блядь, игроками вставать, пожалуйста. Да, закидай навес. Оба, даже не прыгнул. Прыгнуть забыл. Я не знаю, что. Ладно, одно научились делать. О. Я кого-то там отпиздил. Чё-то мне страшно играть с Флинскари. Нашёл, но он боится. Да с нашей там... игрой, блядь. Три бота. Я ж мы можем въебать, когда я просто пойду обратно в Флинскари играть все. Ну да, я забыл, что в этой фифе такие... И это, держите шире фланги, шире фланги, хорош. У них же ботан, блядь. Второй, Олег. Олег. А? В Демирекса попал. Сори. Ну там Олег бы еще немножко прям пораньше дал бы прям. Ладно, нормально, пойдет. Шире играйте самое главное, блядь. Это что было? Ой, хуй сыграл. В руку попало. Ренжер, за хуйня вообще. Ну меня как-то к игроку он стукнулся, блин, что-то уж улетел. Второй темп свой, хорош. Ставчик. Давай. Понятно, кто блядь, так, кто ж так башкой-то выигрывает? О, ну, блядь. Я прижимал кнопку. Блин. Может, какой-то побежал? Не знаю. Там, да, Зиба сейчас нормально давал, вообще просто убежали от него. Просто по флангу был. Я просто думал, что он вынесет. Там бот, смотри. Его! Ебать! Ах ты! Там... Заебись на заказ. Просто слишком близко было, чтобы забивать. Пиздец. Представительно. Давай, 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 дави, дави. Ботов, блядь, все. Да, ботов можно задавить. Какая разница, блядь, меня сломали. Динджа. Это... Блядь. Бля, застрял там. Но... Да. Боже! Сука, я там в бота врезался, блядь. Блядь, я куда-то засмотрелся. Хорош. Играйте. По пасеку у тебя летел на уровне колена, поэтому такой прием был. Я как давал, так давал. Есть. Сопу, ну я его нарендовал в сопу. Это пиздец, блядь. Ну нахуй, блядь. Каста, пожалуйста. Хорош, блядь. Шу, блядь, алло. Это странно. Второй бы калик унесет. У нас больше не будет такого шанса, блядь. Просто, блядь. Пиздец. Пиздец. Вся толпа вообще в одном месте. Кстати, так... нам гол бы забить. Кастер хорош, блядь, лучше. Вы же не будете бороться, если будете толпой с ним.
хрен. Ну и блять, да. Блять! Шка желтую хочет получить. Я хочу, блять. Дайте пониже, пожалуйста, КЗ, не надо лететь вперед. Кто летит? Пока Дэнджи только в атаке был, я еще в атаку не подключал туда. Это подарок. Я на втором, если что. Ладно. Момент. Да, подарили знатно. Алло, смотри еще. Да я пас, кошмар. Давайте. Ух ты, бля, бежит нам. Эмикс, выше, 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 блядь. Там же некому бороться-то. Быстрее. Нормально. О, мы долго, вот 35 касаний делайте. Ну, блядь. Как я не вошла? Гроссмейстерская пауза. Блядь, просто подкаст в следующий раз не делай. Так, блядь, там только так и успеешь. Не заебали одни фонды. Отбором не успею, блядь. Вот, да. А, блядь, ну я не туда давал. Держи. Значит, ты... Давай, давай. Башка. Не уноси. Нормально, хорош. Ой, блядь. Ой. Я не понимаю, что делать. Боже, сейчас, это бред. Давайте побыстрее играть, реально, блядь. У них... Мы, блядь, еще хуже них играем, как бы, чтоб вы понимали, блядь. Почему вот... Блять, надо вот эти 35 касаний ваших делать. Играйте побыстрее, реально, блядь. Ну это бред. Олег, побыстрее немножко, у тебя суп есть. Я понимаю, что вы там с Пашей... Пиночки, хоп-хоп-хоп, блядь, и все. И вывели на удар, блядь. Да не надо, я метр, блядь, степкой. Меня особо не надо. Я хотел вперед, чтобы шла передача, а не так. Ой, хорошо. Хорош. По-моему, Демирекс уже башку обогнал. Блять, вот тебе вот надо, блять, сказать. Вообще, Попа, вы играете на статистику свою или на как бы на общий результат? Вот сейчас уже я на статистику, блять. Играем на статистику, естественно. Кому это общий результат можно? Ну, деньги же мне дадут. Ладно, ладно. Башка, я так это здесь. Так важно, что? Да при чем тут, блять, дядя? Я говорю это, когда, блять, счет 10-0, блять. Сорян. Там говорил Нази, не надо. Не ожидал, что ты такая. Хорош. Тут да. Пойди, блядь. Хорош, не спеши, хорош. Блядь. Ебучий бот. Хорош. Бить, нет. Надо было много, наверное, сильно, блять.
52% передач. Там вижу. Кого я, блядь, что вы делаете? Нахуя, блядь, вопрос, блядь. Они даже не кроются. Никто не стоит, блядь, развернись по дороге. Что за лево дело, блядь? Это шаблон. Олег, а чё не бьёт? Бля, чё за удар? Пиздец. Смотри, я на втором буду, блядь, просто на втором. Да, Олег, ну не иди туда так близко, пожалуйста, ну, там же форвард. Опа. Меня все залагало, пиздец. Ну! Меня вылетело. Джим, что ли? Вы справились с этим, пацаны, скинули и забили. 20-шников? Долгие недели тренировки. Ты смотри, как мяч сейчас улетел. Долгие недели, да. Мы долго потели, мы долго нарабатывали. Всё, хочу создать. Да, не были? Да. Нормально. Я уйду. Хорош. Ну если вот почему у нас, блядь, всегда надо сначала забить один самогон. Что, еще забить? Я надо еще забивать, да, мы уже 3-0 берем. Бля, правда Олег говорит, это все дымит, блядь. Мы с ним мало забиваем, блядь. Мы там вылетел, уже 2, блядь, за 5 минут. Я его встречаю, не знаю, что делать. Давай еще раз забиваем. И можно в... Так. Лучше. Хорош, Денчер. Давай, погнали. Так, блин. Ну, блин. Да я там отбор, замах, удар, гол. Я подозревал, что ты на все клавиши. Он там лицом катался по геймпаду. Знал же, что он будет ну ты знал, что это будет, но... Ну я только что вот недавно тоже закидывал, нихуя не прошло, и ты повторяешь мою ошибку. Я ночью забросы давно говорил. Я говорю, ты повторяешь мою ошибку. Это не мы виноваты с тобой, это они плохо открываются. А, ну да. Согласен. Как говорит, Токи там уже должен быть, да? Хорош! Да нормально. Там пас вратарю, мужик везем. Там от меня отскочило, типа, и... Смотри. Блять, не дают, тут как-то... Я понял, слишком откровенно крыть тоже хуёво, блядь. Нихуя пас не дает. Наоборот, крой там, блядь, чтобы не да давали нет, пас. Просто, блядь, я вообще вне игры, потому что, блядь, все время с игроком бегал, блядь, ему значит, закрыл игрока, а чё ты паришься, блядь? Ну, поэтому... Лучше, когда тебя ебут, что ли? Знаешь, весь матч, блядь, типа, пробегал, как будто... Никакого экшена, блядь. Разим, вот, если мне так, мне вообще по кайфу было бы, блядь. Мне да, я бы, я трогал, бы, наоборот, блядь. Только рад был бы, блядь. Ну, зима. Эй, Башка, давай в следующий раз на лозу сыграешь. Да не вопрос. Давай 4 забьем. Пиздец. Бегу по фангу. Сейчас забеги. Забеги! Да, я не понял тебя. Никогда блин, не останавливайся, не всегда понял. Беги. Понял. Потому что на втором темпе всегда есть сок. Получше вырезал. Сейчас решил сам забить. Если он к флангу. Пытаюсь, не долетает.
Думаю, фанку бы вырезал, было бы прикольно. Блин. Тут на меня дал бы. Пизду, я уже спать хочу. Кого это волнует? Нет, понятно, это мои проблемы. Мог дома сидеть, блядь. И поспал бы тогда. Могу. Сорян, блядь. Чё ты не пилоту сразу, я не понимаю. Да нет, просто не хотел пас отдать какой-то? Я сначала, блядь, думал. Тебе надо бить, надо это голы так. Под рабочую там, блядь. Дейзер, давай на фору. Да по флангу кидай. Смотри, вот Демерик сейчас выиграет, смотри, бот вылетел тут. Давно вылетел, да, Верх уже вылетел давно. О, все, Паша, давай разыграем. Я сейчас навешу. Мне нужны голевые. Мне голы. Сейчас, Паша, я иду, Паша, я иду. Паша, я пошел в атаку. Все, все встали, чтобы тебе помешать. Давай. Так, дубль 2, Паша, давай. Моя попытка, я тоже хочу голевую. Нет, Паша. Ладно, ладно, хорошо, я тебе дам. Это я не верю ему. Хорош. Давай, Хаузер. Твой внимание, бля. Спасибо за игру, Днари, блядь. Джим и Хаузер, красавчики. Только Хаузер голевую не дал. Серьёзно? Серьёзно. Стендрич и нёмщик это дичь. Поздравляю, Хаузер. Идоры ёбаные, блядь. Ты не один такой, мне за тот этот навес тоже не дали. Кстати, оценку я... повысили. Стендрич у него очень плохо реально сыграет, вообще это дичь. У нас, ну, три удара. В частности, всякие Робиньо. Не только в частности. В частности, только Робиньо. Да, только Робиньо. 10 из 18 передач. Ну да, только Робиньо. Ну да, я много создал. Да, и отборы 5. Сколько там у тебя? 5? А чё? 13? 5 из 13 это вообще заебись, блядь. Вот, ну 5 из 13 это лучше, чем 0 из 2. Да. Так что у меня зато много перехватов. Наверное.